Привет! Рад вас видеть в школе Джобса. Этот короткий курс предназначен для тех, кто недавно начал изучать английский, или даже тем, кто учил английский в школе, но многое забыл. Я считаю, что нам надо начать с изучения глаголов. В английском, как и во многих других иностранных языках, не положено говорить «я здесь», «он дома» и «она прекрасна». Они говорят «я есть здесь», «он есть дома» и «она есть прекрасна». Сейчас на экране вы видите спряжение глаголов. Просто запишите или сохраните картинку, которую вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, и запомните. I'm here. Я здесь. You are here. Ты здесь. He is here. Он здесь. She is here. Она здесь. It is here. Это здесь. We are here. Мы здесь. They are here. Они здесь. Глагол to be – один из самых важных глаголов в английском языке. Мы часто в разговоре используем выражение «это дорого», «это важно для меня». И в английском языке слово «это» будет «it is» или сокращенно «it's». «It's important for me» или «it's expensive». А когда хотите задать вопрос, глагол выходит на первое место. Если в русском мы указываем интонации «она сейчас дома», а вопрос «она сейчас дома?», а в английском надо говорить «she is at home». Это утверждение, а вопрос «is she at home now?». Надеюсь, вы это усвоили. В английском очень много выражений с устойчивым глаголом be. В предложении вы ставите глагол be в нужную форму из первой таблички, и вуаля, вы получаете выражение, полезное в быту. Сейчас прямо на экране вы видите все слова. Нажмите паузу и все, посмотрите вот это. На этом все. Я думаю, видео было полезно для вас. Если так, то подпишитесь, чтобы не пропустить следующее. Оно будет важное тоже. И вступайте в паблик. С вами был Достон. Всем пока!